Кроме того, в эти дни в Якутске находится делегация во главе с заместителем посла США в России Лин Трейси. В состав делегации вошли генеральный консул США во Владивостоке Эрик Холм Олсен, его помощник по политико-экономическим вопросам Виктория Бутылева и начальник отдела безопасности Майкл Сестаро. В рамках программы ознакомительного визита Лин Трейси посетила ряд достопримечательностей города, среди них Институт мирзлотоведения и музей Хамуса. Кроме того, сегодня делегация приняла участие в открытии 4-го форума Республиканской выставки народных мастеров. Желаю успеха всем и вам. У меня очень хорошие впечатления. Это очень хорошая возможность для нас посмотреть культуру Якутии.